Алиузунулу. Посылка. Послание от дяди. Ты сын Расима Ходжа. А что такое? Расим Ходжа рассказывал о тебе Рамизе Караэски. Говори, что надо делать. Пусть подойдет. Говори. Я тебе скажу на ушко. Давай. Время пришло. Мехмед, доставай все запасы. Все, что есть, доставай. Настал наш час. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. И дядя приветствует вас. Я его посланник и передам вам его слова. Вы любите дядю, он вырастил вас, оказывал братскую помощь и защищал. Если вы не чувствуете благодарность, не стоит продолжать наш разговор. Но если вы чувствуете, что обязаны ему, сегодня я здесь от его имени. Пора отдать ему долг. Все понятно. С нашим братом Рамизом что-то случилось? Говори, где дядя?